Ну что, перейдем к объявлению победителя конкурса на MMO Market. Напомню, что главными условиями выполнения этого конкурса было... самое главное, вступить в группу и сделать репост. Не поставить лайк, именно нужно было сделать репост. Вот. Соответственно, сейчас мы с помощью сервиса Random.org выберем одного случайного человека из... Обновим страницу на всякий случай. Может, нас добавились? Нет, 127 человек. Соответственно, сайт нам выдаст одного из 127, точнее, номер человека, который сделал репост. И мы получаем номер 31. Соответственно, мы переходим на пост. 31. И начинаем... Очень веселые вещи. Начинаем считать людей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Итак, проверяем, входит ли человек у нас в подписчики группы. Если он, соответственно, не входит, по одному условию из конкурса он не проходит, и мы будем генерировать еще одно число. Все, у нас есть победитель. Соответственно, поздравляем. Остальным желаем удачи. И ждите следующих конкурсов. Может быть, вам повезет так же, как нашему сегодняшнему победителю. Ну и для тех, кто сюда пришел только ради конкурса, соответственно, вы знаете то, что главным призом был бесплатный буст на испытание золота. Соответственно, сейчас мы... Как раз этим мы будем заниматься. Человек-победитель будет получать свой приз 27-28 числа. А сейчас на стриме будут обычные наши раны. Так что, кому интересно, как проходит этот процесс, пожалуйста, оставайтесь.